ярмарке вакансий, прошедшей в Щелковском колледже ОСП номер 6, приняли участие 11 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Московской области, а также 32 крупных предприятия. Ярмарка вакансий – это действительно то важное мероприятие, на котором молодые специалисты могут определиться с местом работы. Ведь Щелковский городской округ нуждается в молодых профессионалах. Здесь очень много разных представителей компаний, и здесь очень просто найти себе практику или работу в дальнейшем, потому что после выпуска нам сказали то, что могут на любую из представителей, которых здесь, отправить именно работать. Очень важный вопрос – это вопрос подготовки молодых специалистов. У нас на территории городского округа Щелково 48 крупных предприятий. И понятно, что во главу угла, или, скажем так, на переднюю линию выходит вопрос внутренней кооперации. Учебные заведения, которые находятся на территории городского округа Щелково, прежде всего должны готовить специалистов, которые будут востребованы на территории нашего округа. Об этом идет речь. Во время ярмарки также был организован круглый стол, где собравшиеся обсудили актуальные проблемы трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования и пути взаимодействия с работодателями в современных условиях. Молодой человек должен получить образование. Молодой человек должен получить профориентацию. Должен быть подготовлен и трудоустроен. Ярмарку вакансий организовало Щелковское отделение молодой гвардии при поддержке руководства колледжа и районной администрации. Такое большое мероприятие мы организуем впервые, но сейчас у нас работал и работает проект «Банк студенческих стажировок», в рамках которого мы подыскиваем стажировки и практики для студентов. Только это все было более точечно, менее масштабно на территории Щелково. Сейчас же мы создаем ярмарку, чтобы студенты сами могли себе подыскать какую-то из компаний. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».